В ауле Бидайкольшиирийского района открылся ипподром. Таким образом, теперь здесь есть условия для занятия национальными видами конного спорта. В ауле Бидайколь много молодежи увлекаются конным спортом. Есть большие достижения. Однако из-за отсутствия условий для тренировок зачастую молодые люди уходили из спорта. Теперь эта проблема решена. По инициативе почетного гражданина района Мухамеджана Салхымбаева в ауле открыт ипподром. Молодежь давно волновала этот вопрос. Поэтому, посоветовавшись с односельчанами, с благословения старших, при поддержке молодежи и коллег, мы построили этот ипподром. Все проходящие сегодня здесь мероприятия мы посвящаем предстоящему празднику Дню Республики. В планах в следующем году построить в ауле футбольное поле. В честь этого события были организованы соревнования по национальным видам спорта с участием шабандозов со всей области. Они состязались в Тинге-Алу, затем в Аударыспах. Раньше мы ездили в другие аулы и районы для тренировок. Теперь у нас есть собственный ипподром, чему я очень рад. Я вот уже 4-й год занимаюсь аударыспах, а кокпаром с детства. Верховая езда, конный спорт очень полезные для здоровья. Затем состоялся кокпар с участием команд из Кызылорды, Жанакурганского и Сырдарьинского районов, а также местных кокпаристов. Көкпарды жаңа қорған командасының Сәдуақас Данияр басып алды. По итогам турнира первое место и главный приз – автомобиль – завоевали жанакурганцы. Второе место – сборная Шиеля. Тройку сильнейших замкнула команда из аула Нартай. Большое спасибо Мухамеджану Ага. И коллективу Ирколь большое спасибо. Теперь будем развивать национальные виды конного спорта. Думаю, в дальнейшем крупные байге и кокпар будут проводиться и на базе нашего ипподрома. Мы услышали об открытии ипподрома в ауле и приехали на мероприятие из Алматы. Большое дело сделано представителями аула. Конный спорт, он уже у нас в крови. Хороший подарок. В знак благодарности за открытие ипподрома бидайкольцы подарили инициатору проекта «Тулпар». Лима Рахангаза, Ельжас Абдельда, Талгат Альменов, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».